всех, кто с детства привык лакомиться пирожными и бутербродами в буфете театра, в новом сезоне ждет сюрприз. Буфет оперного преобразится, а столовая театра днем станет доступна не только для ее работников. Перестройка намечена не только для принятия пищи материально ощутимой, но и для духовной. Вот так сегодня выглядит оркестровая яма театра. Это уже третий этап ее реконструкции. Сначала яму расширили и углубили, улучшили акустику. Теперь готовится к монтажу двух подъемно-опускных площадок. Раньше яму можно было поднимать только вручную. После реконструкции автоматически на разные уровни. Это, в общем-то, из практики мировых театров, что оркестр может находиться не только внизу, в яме, в том числе он может находиться и на уровне сцены, подниматься на уровне партера. Это для, так скажем, реализации разных проектов. Музыканты на симфонических концертах смогут располагаться сразу и на сцене, и в яме. Их сравняют в один уровень. В некоторых случаях яма сможет превращаться в часть зрительного зала. В других музыкантов будут поднимать или опускать для лучшей акустики. Летом в театре также отремонтируют пошивочный цех и гримерные для артисток балета. Установят противопожарные двери, отремонтируют лестничные марши и реконструируют систему вентиляции и кондиционирования воздуха в зале, на духоту в котором часто жалуются зрители бельэтажа и балконов. Прошлый год были освоены работы порядка 4 миллионов, смонтированы два кондиционера, одна вытяжная система. И вот по окончании вот этого сезона, в принципе, уже стало получше. То есть у нас можно стало регулировать этот температурный режим. И я считаю, что если мы закончим вот те работы, которые запланированы на этот год, то, в общем-то, проблем с температурным режимом именно вот весной, в конце сезона, в начале нового сезона тоже возникают проблемы. Я думаю, что их не будет. Работы в оркестровой яме должны завершиться к 15 августа. И как только ее примут в эксплуатацию, здесь начнутся репетиции премьеры нового сезона оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». В планах руководства театра завершить и строительство жилого дома для артистов, который строится уже больше 10 лет.